Канал Максимадзе с большим уважением и пиететом относится ко всем тем, кто посвятил свою жизнь вооруженным силам Российской Федерации. И сегодня мы поздравляем всех настоящих мужчин с 23 февраля, с Днем Защитника Отечества. Это интернет-канал Максимадзе. Здравствуйте! Нашел сегодня... Думал, что бы надеть такое на 23 февраля. Нашел у себя дома... Не, вот такую футболку охранника, камуфляжную. Короче говоря, что мы сегодня будем делать? Мы продолжаем рубрику моды на игру «Как достать соседа», которую присылают подписчики или просто гости канала. Хотя этот нам никто не присылал, я чисто его сам нашел. Короче говоря, этот мод называется «Как достать соседа», будет возвращается альфа-версия. Ее можно скачать в официальной группе ВКонтакте. О, как достать соседа. Ее там можно найти в документах. И это ранняя версия Woody возвращается, неполноценная, которую сделали это самое, Social Media Live Production. Я давно про эту версию знал, но что-то никак не задумывался снять ее на YouTube. И я решил, почему бы и нет. Здесь, конечно, как вы видите, в настройках проблемы небольшие. Экранчик, меню выглядит неплохо. Есть, конечно, вот такие вот корявости, но это терпимо. Ну что ж, начинаем новую игру. Social Media Live Production. Вступление. Первые шаги. Первый шаг всегда самый сложный, бла-бла-бла. Тут описание вроде бы не изменено. Ладно, давайте посмотрим. Какой... Была альфа-версия Woody возвращается. Проходить полностью не будем. Woody. Написано с двумя D почему-то. Коряво. У Джо тут стоит. Иконка его, точнее. Я имею. Замечательно. Я так понимаю, этот уровень не поменялся. Давайте посмотрим, что дальше. Тут вроде бы все уровни изменены немного, а может и нет, но мы все равно посмотрим. Здесь тоже ничего не поменялось. Давайте первому сезону перейдем сразу. Первая шалость и так далее. Такой вот логотип. Корявый немножко, но достаточно красивый. Что-то на этом уровне нет, не вижу изменений, кроме того, что музыка играет музыка из второй части. По сути, это самый первый мод для «Как достать соседа» из всех. Ссылочка на этот мод будет в описании, естественно. Почему бы и нет, я думаю. Полоска здесь зелененькая, а не разноцветная, как в оригинале. Курсор вот такой же, как Woody возвращается здесь. Как и с финальной версии, точнее. Ну, давайте теперь пройдем по новым и другие посмотрим с вами. Тут изменения есть, точно я это знаю.
А, у меня капслок включенный. Так, посмотрим, что дальше ТВ. Уровни называются как в оригинальном переводе от оригинальных разработчиков. Некоторые локализации. Перевод на русский язык. Здесь от самих Джоудов, некоторые от GFI, некоторые от Буки. Вот изучить это от GFI, по-моему. Вступление, то есть обучение, это от GFI перевода. Стоп, забыл. Вместе с чем? Да, это от вместе, это тоже от GFI. Не знаю, успею ли. Успею, нет, наверное. Да блин! Секунды одной не хватило. Неудачно. Ладно, давайте следующий сразу посмотрим. Я думаю, это видео не будет сильно длинным, потому что мод очень... А вот здесь есть изменения. Комната выглядит коряво, двери вот так стоят некрасиво, но тем не менее. Шкафы всякие стоят. Да, очень красивый портрет, но это сарказм, разумеется. И микроволновка включена. Коробки нет, но она сейчас появится. Обалдеть, да? Я коробку тебе, я это микроволновку тебе выключил. А то она что-то включенная была, правда, я когда ее выключил, она что-то бомбанула, походу. Сосед, прости. Ну. Я не знаю, почему это произошло. Я этого не хотел. Хотел, конечно. Здесь почему-то кусок кирпичей светлее. И здесь тоже. Опять микроволновка включена. Так, посмотрим, что дальше. Есть ли тут изменения? Да, есть. Разработчики тут вставили просто скриншот из консольной версии. Не очень это, правда, удачно получилось, потому что двери некоторые находятся не там, где надо. И толком сейчас надо искать, где находится туалетная бумага.
Так, вот здесь мылиться. А теперь вали наверх. Не очень качественно, кстати, выглядит. Два этих. Две штуки прям еще и стоят. Понятно, что когда разработчики, ну, Total Media Live Production делали Woody возвращается, они хотели сделать игру похожую на консольную версию. Да, там дверь находится, а между ней две другие двери. Офигенно. Две микроволновки, одна из которых в текстурах застряла. Две вот эти вот бутылочки. Циклки, точнее. Или баллончик. Блин, сейчас придется ждать, пока он... Ну, уже второй сезон открылся, но мы посмотрим и на другие уровни тоже. Спорт. Здесь тоже из консольной версии фона вставляли. Здесь еще более пиксельно, чем в предыдущем уровне. Можно пропустить сумку для боулинга, которая здесь находится. Где мылиться? Нормально так вслепую все искать. Слив. Унитаз, господи. Просто мыло, да? Зафутболят мяч внутрь. Ну, но и придет же в голову слова новые. Кстати, я заметил, что в Woody возвращается, можно взять мяч, который они запулили.
Но это делать не стоит. Непонятно, зачем они сделали это. Если мы его, если мы мяч возьмем, то пакость уже сделать будет нельзя. Мяч для боулинга положить будет некуда. Мяч, а мяч футбольный назад положить нельзя. Ой, отвернул камеру случайно. Так, банный день. Время приема ванны. А здесь изменений нет. Давайте сразу к другим пойдем эпизодам. Искусство ради мамы, блин. Тут тоже нет изменений. Ну что же это такое, блин? А как насчет следующего уровня? Давайте мы все посмотрим. Ну, третий сезон, наверное, мы не будем смотреть. И здесь ничего нет. Да что же это такое, а? И здесь изменений нет. Какая жалость. И последний эпизод, час шашлыка. Наверное, тоже на нем ничего не будет. А, нет, смотрите-ка, тут что-то есть. Давайте пройдем его. Не знаю, есть ли что на третьем сезоне. Открывать его сейчас специально. Проходить уровни не буду, наверное. Тоже улицу сделали. Пиксельную, конечно, но тем не менее. Тем не менее, сделали. Микроволновка опять включена, но мы с ней ничего сделать не можем. Внизу подвал даже видно. Все за окном, чё? Дома, блин, синие почему-то. Картинки какие-то, ну это из игры картинки. Алкоголь легко воспламеняемый, ага. И, ну, конечно. Это спирт для растирания вообще-то. А хотя алкоголь, это что же спиртное? Так что, наверное, я просто не разбираюсь в алкоголе, я не пью его и... Так что, извините.
Ну, я думаю, в третьем сезоне изменений нет, хотя, может, и есть, но я не буду сейчас специально проходить первый сезон, потом половину второго еще, чтобы открыть третий сезон. Не буду это делать. Ну что ж, на этом мы, наверное, закончим. Ссылочка на этот мод будет в описании. Всех мужиков с 23 февраля. С вас Коспитпизос, с меня эпичный видос. Если вы тоже делаете интересные моды на когда соседа, неважно, хорошие. А, кстати! Мы же забыли оценить этот мод. Какой же это все-таки мод? Это первый мод, и поэтому он, наверное, в наших сердцах останется. Первое старание над этим модом. Так что плюс и минус. Мод маленький. Изменений в нем не очень много, но все-таки тут очень сильно постарались. И это очень даже первый мод. Поэтому плюс и минус. В общем, если вы тоже делаете свои моды, хорошие, плохие, нейтральные, или так себе там всякие, в общем, присылайте их, я обязательно посмотрю. Лучше присылайте их ВКонтакте, потому что YouTube что-то у меня почему-то часто удаляет комментарии с ссылками, несмотря на то, что у меня в настройках отключена опция удалять комментарии с ссылками. И не только, кстати, с ссылками удаляются почему-то. Возможно, это связано с тем, что запрещен мат сейчас. В этом году мат запретили в интернете. Но хотя это странно. В группе ВКонтакте там в обсуждении можете прислать. Ну, также можете в личку и ВКонтакте мне просто написать. Ну что ж, на этом все. Всем пока.